Всем привет-привет! Сегодня я хочу вам рассказать, знаете что? На меня напали. На меня напал, вернее. А напал на меня, знаете кто? Носочный бум. Я ударилась в вязание носочков. Я хочу их вязать. Сейчас я вам покажу, какие я носочки навязала. Это вот эту породную. И вот эту беленькую. Итак, расскажу, из какой пряжи я вяжу. Вязала я еще из пряжи шерсть для носков. В предыдущем ролике я уже рассказывала, что это состав 80% шерсти, 20% акрил, длина моточка 200 метров, вес 100 грамм. Мне эта пряжа очень нравится. Я уже вязала не единожды такие носочки для своих внуков, себе, своим даже родным и на продажу. Итак, вот это я связала носочки своему мужу. Расскажу, как я их вязала. Вязала я их спицами металлическими, номер троечка. Это я вот начало носочка набирала. И такими же спицами вязала металлическими. 2,5 это саму стопу носочка вязала. Итак, расскажу, как я вязала. Начинала я носочек этот вязать. На каждую спицу вяжу я с колодцем, то есть на 4 спицах. На каждую спицу я набирала по 12 петелек. 48 петель на 3 спицы по 12 и на одну 13, чтобы сомкнуть в круг. Привязав резиночку 2 на 2, 6 сантиметров, я перешла в лицевую гладь. Вязала я лицевой гладью до вывязывания пяточки. Пяточку я провязывала тоже так же, как и на детские носочки. Обычной деревенской бабушкиной или пяткой, как вот увязывают. А при том, как я вывязала на пяточку, добирала здесь нужное количество петелек. Но так как у нас получается здесь по 12 петелек, а здесь набирала я еще каждый рядочек еще 12 петелек и пяточка еще по 5. У нас получается здесь по 17 на 2 спицах петли, а здесь по 12. И при каждом ряде поворотном, ой, круговом, я одну вот отсюда петельку захватила, и получается у меня вот такой трехугольничек. И продолжила все вязать лицевой гладью, как обычно носки. Но чтобы немножко носки были поинтересней, я решила сделать вот такие дорожки. Через 7 рядочков, ой, через 8, да, через 8 рядочков я сделала вот такие дорожки. Не во всю длину, а посередине передней части ножки. Я делала вот такие дорожки. Закрывала я тоже, как и обычные детские носочки, как закрываю с каждой стороны. Одну петлю провязываю, две вместе. Так все по кругу веду. А с этой стороны, значит, две петли вместе, одну провязываю. Да, так закрываю до последних 4 петелек. На 2 спицах остается по 2 петельки. Я их просто закрываю, стягиваю ниточкой. И получается вот такой круглый мысик носочек. То есть вот здесь вот нет такого, чтобы, как некоторые вяжут, торчит вот здесь такой вот, как хвостик. Я так вот такие носочки круг получается. Это я размер вязала на 43. Да, у мужа у меня 43 размер. Длина носочка. Так.
Вот. Длина носочка у меня получается, значит, если на 43 размер. От начала пяточки. 20. Ой, съехала. 25 сантиметров. 25 сантиметров. Начало носочка, резиночка 6,5, и до пяточки я лицевой гладью провязала еще 5 сантиметров. 5 сантиметров это я вязала, значит, мужу. Они еще носочки в ВТО не прошли, я их закончила позавчера и начала еще вязать еще одни белые носочки, так как у меня пряжа еще белая оставалась. Я связала вот такие носочки. Ну, это я на продажу связала. Может, кому-то продам, а может, кому-то подарю. Для девочки лет 12-13. На каждую спицу тоже начинала спицами номер троечка металлическими. Дошла до пяточки, пяточку пересняла на спицы номер 2,5. Начинала на каждую спицу, я набирала по 11 петелек, значит, на 3 спицы по 11, на четвертую 12, и сомкнула в круг. Провязав 6 сантиметров резиночкой 1 на 1, я перешла на простую лицевую гладь и вывязала пяточку тоже так же. Но посмотрите, что я сделала на передней части носочка. Я просто провязала косичку, косичку или колосок. Поближе поднесу. То есть я когда перешла на лицевую гладь, я средние, ой, из двух спиц, которые вот здесь по бокам, я 5 петелек провязала лицевой, 2 изнаночные, и стала вывязывать косичку из 8 петелек. У меня вот такой колосок из 8 петелек. Длина этого носочка. Так, сейчас сложим хорошо. Длина этого носочка 19 сантиметров. Что-то я считать разучилась. Плохо видно через камеру. 19 сантиметров. Даже 19,5. Ну, думаю, на лет 12-13 будет как раз в размер. Они еще тоже в ВТО не прошли, потому что я только их связала сегодня. Сразу решила похвалиться. Вязала я косу, перевитие косы делала через каждые 5 рядочков. В шестом рядочке 5 рядочков провязывала, в шестом делала перевитие. 5 рядочков провязывала, в шестом делала перевитие. Закрывала просто вот, перешла, чтобы здесь ножку не стягивала, пальчики, я перешла просто на лицевую гладь. Тепленькие, хорошие носочки. Здесь пяточку тоже так же вывязывал. Хотела двойную пятку связать. Ну, что-то посмотрела, как бы грубовато получается. Передумала. И мне мама купила пряжу. Но она покупала такую же тоже пряжу, шерсть для носков. Только в пасмах. Мне перемотала. Дала вот такой клубок. Здесь грамм 400, наверное. Я, честно, не взвешивала, даже не знаю. Но клубок очень огромный. Вот теперь опять будем вязать носочки. Так что на меня прям напал носочный бум. Вот все. Мое такое видео заканчивается. Спасибо вам за просмотр, за дружбу, за ваши теплые-теплые комментарии. Добрые слова, за
ваша искренность. С вами был канал Катерина Боровкова-Кошелева. Пока-пока.